Vale, no te atuvieron. No. A ver. Y a ver. Dos. A ver si ni es. Они стараются приворачивать его, потому что он вкуснее всех. Вот. Так, сейчас. Я тут, кленовый. 4. 6. 8. Эти, а остальные, у них наши лучки, они вкуснее. 10. Ну, у нас есть и березовые. Куда побежали? Они сейчас обойдут тебя. Подожди. Ага, они сейчас обойдут. Они видят, что... Пока, иди. Вообще одна из основных задач не зачем, а больше для чего? Для того, чтобы сохранить генофонд. Для того, чтобы сохранить именно тот вид, который у нас обитал еще до гражданской войны, до революции. Обитал не только у нас, но и на территории даже Московской области, Вологодской и так далее, до Финляндии. Вот в свое время его уничтожили. И вот сейчас идет проект по восстановлению этого вида. Конечно, уже родные все эти штуки. Она хорошо пока стоит. В общем-то все. Я ее уже настроил изначально, что буду сейчас это настроить. Ну он тоже еще. Какие маленькие? Всегда такие. Ну, если бы вы видели диких, ой, домашних северных оленей, они еще но меньше. Ну, как сам... говорят, таких? Давай, а ты что делаешь? Камера выключена. Чё? Написал, камера выключена. Сейчас подойдут. Я же тебе сказал, что они подойдут. Вы их там нет. Аккумулятор вдруг? Да ну нет, все, ну... я тут не нужен пока. Ага, да, пока. Я пошел там отсюда. Да. Чё? Они сейчас все приведут. Давай. Ты сейчас отойди, Михаил, они сейчас подойдут. Писаться где будем? На солнце, вот тут. Принеси пока. Ты не шурши, а то за тобой уйдут все. В машине. Красный. Сразу забрать. Нет, ты главное, нет, если ты будешь... Да, он такой. Он повкуснее хочет что-нибудь. Нет, я пока постою тогда.
связь с телефоном теряется. А ты что, на телефон или на карточку? На карту. Ну, чем? Знаешь, бывает это. Они не голодные, если бы голодные были, они бы, конечно, по-другому себя.